Перед началом ролика я хочу сказать пару слов. В ролике будут шутки про то, что я взял у кота пулемета идею и даже не сказал ему об этом. Это всего лишь шутки, ребят. На самом деле мы обменялись идеями. Я предложил ему одну очень интересную идею, которую он обещал снять, а он предложил мне эту. Собственно говоря, вот от него же подтверждение. Если что, мы с котами просто идеями обменялись. И, кстати, у него очень тупая идея. Так, заткнись! Черт, что же делать? Ролик должен был выйти еще вчера, а он до сих пор не готов. У меня даже идеи нету. Так, стой спокойно. Есть же другой кот-обзорщик, который до сих пор не научился синтезировать вселенную вокруг себя и снимается на белом фоне. Так, что там у него сейчас выходит? Яндекс игры. Во, это противник, который мне по зубам. Погнали. Привет всем, сегодня у нас обзор на игры с Яндекс игр. Если точнее, на все те странные игры, что там существуют. Мне больше нечего сказать. Погнали. Первый шедевр на сегодня — Poppy Playtime 1 Хаги-Ваги. Интересно, можно это засчитывать так же, как нарушение законника Мусорграда? Игра-шедевр начинается с того, что мы не пойми кто, не пойми где, не пойми зачем. Во, отличная игра. Я могу ошибаться, но по-моему эту руку получали не так. Этот индикатор работает все так же, как и в оригинальной игре. Тоже не работает. Что ж такое-то, а? Эй, подожди, а куда он свалил? Что они сделали с его анимациями? Я, конечно, Poppy Playtime давно не играл, но я что-то не помню-то от такого момента. Игра называется «Игра-шутер Крафт Зомби Апокалипсис». Вот это названица. Для шутера, сделанного на Unity, игра неплохая. Но честно вам скажу, что вот с физикой тут проблемы. Словно просто взяли Rigid Body и даже его не настраивали. Хотя тут, конечно, на вкус. Не, мне игра не нравится. Вот видите, тут нельзя вон за карту выпасть. Игра Mine 3D Craft и скриншоты из Майнкрафта. Посмотрим же, что в игре. Формально это Майнкрафт, только со старыми текстурами и старыми скриптами. В чем же тут дело? Оригинальный код Майнкрафта был слит уже давным-давно, поэтому на просторах Google Play лежит столько подделок. Ну и это не исключение, только она лежит на Яндекс.Играх. Поэтому говорить тут особо не о чем. Да и тут половина блоков за рекламу, я даже поиграть нормально не смогу. Игра Monster Shooter 3D. Название говорит само за себя. И скриншоты тоже. Этот шутер ничем не лучше предыдущего, я бы сказал, даже хуже. Мне тупо не нравятся местные текстуры. Как-то все некрасиво, слишком светло. Автору этой игры я бы советовал поработать над тенями. Ну а со стороны скриптов, именно шутерной части, игра неплохая. Если не считать того, что автор просто взял мемы, зашел в 3D-модели и загрузил свой проект. Мне кажется, мне не одолеть этого босса. Игра, название которой гласит «Нобик Дровосек». Интересно, что же там? Это первая игра, которая мне понравилась. Тут приятная анимация, приятное освещение, приятный и простой геймплей. Это звучит странно, но хотя и знаю, что тут просто паразитируют на Майнкрафте, мне нравится. Это доказывает то, что на этих играх есть хороший проект. Игра Вуконг Путешествие Бабуина. Чувство это стоит нашего обзора. Цвыв, передвижение, пробел, прыжок, таб, пауза, С, присесть. На телефоне с помощью кнопок. А почему не написать ВАСД? Я просто вот с первого раза не понял, что значит цвыв. К сожалению, мы никогда не узнаем, что будет дальше в этой игре. Я так и не нашел последние два банана. Простите. Игра симулятор арбуза. Понятненько. Сами пошутите в комментариях, а то у меня что-то ничего не приходит на ум. Итак, теперь я арбуз. Вы просто посмотрите лицо этого арбуза, который смотрит на выключенный телевизор. О, дверь посреди открытого поля. Круто. Этот арбуз такой медленный. Можно я не буду собирать все монетки? Пожалуйста.
Теперь подведем итог, и он будет долгий. Хочу рассказать обо всем. Со стороны того, как сайт работает, все очень хорошо, ни единого бага. А вот насчет того, что я думаю как пользователь, на меня слишком много реклам. Ну и я не раз рассказывал, что пытался выложить игры на Яндекс.Игры. И знаете, какая единственная проблема? Чтобы выложить игры на Яндекс.Игры, надо дождаться конца модерации. Это 7 дней минимум. То есть да, правки ты можешь внести только через 7 дней, если они вообще нужны. Это очень долго. Наконец-то доснимал тот ролик. Они почили бы себе нафиг! Так, где там мой аннигиляторный лазер?